day Шримат Бхагаватам. Песен 3, глава 19. Смерть демона Хираньякши. Текст 1. Шри сказал, «Услышав сладкие словно нектар речи Творца, которые не преследовали никаких греховных целей, Господь весело рассмеялся, и, вняв молитве Брахмы, бросил на него взгляд, исполненный любви. Комментарий. Здесь следует обратить особое внимание на слово «нирвья алика». Молитвы полубогов и преданных Господа не преследуют никаких греховных целей, в отличие от молитв демонов, которые всегда продиктованы греховными желаниями. Выпросив у Господа благословения, демон Херонякша обрел необыкновенное могущество, и от него сразу никому не стало покоя, потому что, домогаясь этого благословения, он преследовал греховные цели. Молитвы Брахмы и других полубогов не имеют ничего общего с молитвами демонов. Цель их молитв – доставить удовольствие Верховному Господу. Вот почему Господь улыбнулся и внял молитве Брахмы, который просил его уничтожить демона. Демонам никогда не приходит в голову восхвалять верховную личность Бога, так как они ничего не знают о нем. Поэтому обычно они обращаются с молитвами к полубогам, и Бхагавадгита порицает такой образ действий. Людей, которые обращаются к полубогам с просьбами помочь им преуспеть в греховной деятельности, называют в ней лишенными разума. Демоны полностью утратили разум, ибо не ведают, что может принести им настоящее благо. Даже те из них, кто знает о существовании Верховной Личности Бога, не желают обращаться к Нему, и поскольку их намерения греховны, Верховный Господь никогда не дает им тех благословений, о которых они мечтают. Говорят, что в былые времена разбойники Бенгалии поклонялись богине Кале в расчете на то, что она исполнит их греховные желания, связанные с разбоем и грабежом. Однако они даже не заходили в храмы Вишну, так как не надеялись, что Вишну исполнит их просьбу. Поэтому, обращаясь с молитвами к Верховной Личности Бога, полубоги и преданные никогда не преследуют греховных целей. Песнь 3, глава 19, текст 2. Господь, появившийся на свет из ноздри Брахмы, подпрыгнул и взмахнул своей палицей, целясь прямо в челюсть врага демона Хираньякши, которое бесстрашно расхаживал перед ним. Песнь 3, глава 19, текст 3. Но от ответного удара палицы демона палец Господа выскользнула у него из рук и, осветив все вокруг, стала, кружась, падать вниз. Это было поистине поразительное зрелище, потому что от палицы Господа исходило чудесное сияние. Песнь 3, глава 19, текст 4. Хотя у Хиронекши была прекрасная возможность напасть на безоружного противника, не встретив на своем пути никаких преград, демон, чтя законы единоборства, не воспользовался ею, чем только сильнее разжег гнев Верховного Господа. Песнь 3, глава 19, текст 5. Когда палец Господа ударилась о земь, а из толпы полубогов и риши, наблюдавших за поединком, раздались тревожные возгласы, Господь, личность Бога, отдав должное любви демона к справедливости, призвал к себе диск Сударшину. Песнь третья, глава девятнадцатая, текст шестой. Когда в руке Господа появился вращающийся диск, и он приблизился к главному привратнику Вайкунхе, который родился Хераньякшей, злонравным сыном Дити, со всех сторон послышались странные восклицания тех, кто, восседая на летательных аппаратах, наблюдал за ходом поединка. Не ведая о подлинной природе Господа, они кричали «Да сопутствует тебе победа! Покончи скорее с этим злодеем!» Хватит тебе играть с ним. Песен 3, глава 19, текст 7. Когда демон увидел, что Господь, чьи глаза были подобны лепесткам лотоса, стоит прямо перед ним вооруженный сударшиной, его захлестнуло злоба и негодование. Он зашипел, как ядовитая змея, и в бессильной ярости стал кусать губы. Песнь третья, глава девятнадцатая, текст восьмой. Оскалив наводящие ужас клыки, демон смотрел на Господа так, словно хотел испепелить его. Затем, подпрыгнув в воздухе с криком «Тебе пришел конец!», он обрушил на Господа свою палец. Песнь 3, глава 19, текст 9. «Облагочестивый ведуро!» На глазах у врага господь Вепарь, наслаждающийся всем, что приносит на жертвенный алтарь, левой ногой играючи отбил палицу, которая неслась на него с ураганной силой. Песнь третья, глава девятнадцатая, текст десятый. Затем Господь произнес, «Подними же свое оружие и попробуй еще раз, если уж тебе так хочется одолеть меня». Услышав этот вызов, демон снова издал громкий крик и метнул в Господа свою могучую палец. Песнь 3, глава 19, текст 11. Увидев летящую на него палец, Господь не сдвинулся с места и поймал ее с той же легкостью, с какой горуда царь птиц хватает змей. Песнь 3, глава 19, текст 12 посрамленный герой, великий демон, познал горечь унижения и стал терять самоуверенность. И когда Верховный Господь протянул ему палицу, отказался взять ее в руки. Песнь 3, глава 19, текст 13. На сей раз он взял ненасытный, словно пылающий огонь, трезубец и метнул его в Господа, владыку всех жертвоприношений. Так иногда люди совершают аскезы только ради того, чтобы причинить вред благочестивому брахману. Песнь 3, глава 19, текст 14. Собрав все свои силы, могучий демон метнул трезубец в Господа, и, пролетая по небу, трезубец озарил его своим сиянием. Но Господь, личность Бога, Острым диском Сударшина разнес его трезубец на мелкие куски, как некогда Индра отсек крыло Гаруды. Комментарий. Упомянутое здесь столкновение между Гарудой и Индрой произошло при следующих обстоятельствах. Однажды Гаруда, орел, который носит Господа, похитил у полубогов обитателей райских планет сосуд с нектаром, чтобы освободить свою мать Винату, которая попала в рабство к его мачехе, матери змеи Катру. Узнав об этом, царь небес Индра метнул в него молнии. Из уважения к непобедимому оружию Индры, Гаруда, который носит на себе Господа и потому не знает поражений, уронил одно из своих крыльев, и молния разорвала его на клочки. Обитатели высших планет столь благородны, что даже сражаясь друг с другом никогда не нарушают законов чести. В данном случае Города хотел выразить уважение Индре. Зная о том, что оружие Индры должно поразить какую-то цель, он решил пожертвовать ради этого своим крылом. Песнь 3, глава 19, текст 15. Когда диск Личности Бога разнес его трезубец на мелкие куски, Херонекша пришел в неописуемую ярость. Он ринулся к Господу и, издав оглушительный крик, ударил его своим железным кулаком прямо в широкую грудь, украшенную знаком шревации, и сразу скрылся из виду. Комментарий. Шревации называют завиток белых волос, который украшает грудь Господа и является отличительным признаком верховной личности Бога. Обитатели Вайконт-Халоке или Галоки Вриндаваны внешне, как две капли воды, похожи на верховную личность, и только знак Шривации на груди Господа отличает его от всех остальных. Песнь 3, глава 19, текст 16. О, Видура! Получив удар демона, Господь, который был первым вепрем во Вселенной, даже не шелохнулся. Он стоял как ни в чем не бывало, словно слон, которого ударили венком из цветов. Комментарий Хираньекша, как уже говорилось, некогда служил Господу на Вайкунхе, но затем пал в материальный мир и родился демоном. Сражение с Господом должно было принести ему освобождение. Когда на трансцендентное тело Господа обрушился удар демона, Господь испытал такое же удовольствие, какое испытывает взрослый отец, борющийся со своим младшим сыном. Иногда отец забавляется, затевая шуточную борьбу с сыном. Точно так же удары Хераньякши казались Господу цветами, которыми его осыпают преданные, когда поклоняются ему. Иначе говоря, Господь затеял это сражение, чтобы испытать трансцендентное блаженство, и потому удар врага доставил ему огромное удовольствие. Песнь 3, глава 19, текст 17. Тогда демон, в надежде обмануть Господа, который является победителем Йогамай, пустил в дело колдовские чары. При виде этого люди не на шутку встревожились и подумали, что близится конец света. Комментарий. Сражение, которое Господь развлечения ради затеял со своим преданным, превратившимся в демона, было таким ожесточенным, что вполне могло привести к гибели всей вселенной. Таково величие Верховной Личности Бога, даже легкое движение его мизинца обитателям этой вселенной кажется величественным и грозным. Песнь третья, глава 19, текст 18. Вдруг налетели ураганные ветры. От поднятой ими пыли и от града сделалось темно. Огромные камни сыпались со всех сторон, словно выпущенные из пулемета. Песнь 3, глава 19, текст 19. Темные тучи заволокли небо, заслонив небесные светила. Ударил гром и засверкала молния. С небес на землю посыпались волосы и кости, и обрушились потоки гноя, крови и испорожнений. Песнь 3, глава 19, текст 20. Обе безгрешный ведура! Горы, казалось, извергали все виды оружия. Откуда ни возьмись, появились обнаженные демоницы с длинными распущенными волосами и с трезубцами в руках. Песен третья, глава 19, текст 21. Орды якшей и ракшасов, пеших и ехавших на лошадях, слонах и колесницах, оглашали воздух злобными угрожающими криками. Песнь 3, глава 19, текст 22. Тогда Господь, наслаждающийся всеми жертвоприношениями, метнул свой любимый диск Сударшину, которому не составило труда рассеять магические чары демона. Комментарий. Могущественные йоги и демоны, пользуясь своими мистическими силами, иногда являют великие чудеса. Но стоит Господу выпустить свою сударшину чакру, как все их магические чары рассеиваются, словно дым. Примером тому может служить ссора, которая произошла между Дурвасой Мони и Махараджи Амбариши. Дурваса уже собрался явить многочисленные чудеса, но, увидев приближающуюся к нему сударшину чакру, испугался и в страхе за свою жизнь стал искать прибежище на разных планетах Вселенной. Господа называют здесь трипад, что значит тот, кто наслаждается жертвоприношениями трех видов. В Бхагавадгите Господь подтверждает, что Он наслаждается плодами всех жертвоприношений, обетов и аскез. Господь наслаждается ягьями трех видов. Бхагавадгита объясняет, что к ягьям относят приношение даров, медитацию и философские изыскания. Все, кто идет путями гьяны, йоги и кармы, в конечном счете достигают Верховного Господа, поскольку в осадовах сорвам идти. Верховный Господь является повелителем и владыкой всего сущего. В этом заключается совершенство всех жертвоприношений. Песнь 3, глава 19, текст 23. В этот миг сердце дети матери Хираньякши неожиданно содрогнулось. Она вспомнила слова своего мужа Кашьяпы, и из ее грудей потекла кровь. Комментарий. В последнее мгновение жизни Хираньякши его мать Дити вспомнила предсказание своего мужа. Хотя ее сыновья будут демонами, им посчастливится погибнуть от руки самого Господа. Милостью Господа этот эпизод всплыл в ее памяти, и из ее грудей вместо молока потекла кровь. Когда сердце матери переполнено любовью к своим сыновьям, из ее грудей начинает течь молоко. Но в данном случае у матери демонов кровь не смогла превратиться в молоко и в чистом виде потекла из ее грудей. Молоко, как известно, образуется из крови. Пить молоко очень полезно, чего никак не скажешь о крови, хотя, по сути дела, это одна и та же субстанция. То же относится и к молоку коровы. Песнь 3, глава 19, текст 24. Увидев, что от его магических чар не осталось и следа, демон вновь предстал перед личностью бога Кешевой – и Клокача от ярости попытался сжать его в своих объятиях и раздавить. Но к своему великому изумлению он обнаружил, что Господь находится за пределами образованного его руками кольца. Комментарий. В этом стихе Господа называют Кешевой, поскольку на заре творения он убил демона Кеши. Кешева – это одно из имен Кришны. Кришна является источником всех воплощений, и, как утверждает Брахма Самхита, Говинда, верховная личность Бога, причина всех причин, существует одновременно во всех своих воплощениях и экспансиях. Весьма примечательна попытка демона охватить верховную личность Бога руками. Демон хотел обнять Господа, рассчитывая своими конечными руками, то есть с помощью материальной силы, объять бесконечную абсолютную истину. Он не знал, что Бог больше величайшего и меньше мельчайшего. Охватить Верховного Господа или подчинить его своей власти не способен никто. И тем не менее, демоны не оставляют попыток измерить длину и ширину Верховного Господа. Как объясняется в Бхагавадгите, непостижимая энергия Господа позволяет ему принять вселенскую форму и вместе с тем находиться в коробочке, где преданный хранит свое божество. Многие преданные держат фигурку божества в небольшой коробке, с которой никогда не расстаются, и каждое утро они поклоняются Господу, хранящемуся в коробке. Верховный Господь Кешева или личность Бога Кришна не поддается нашим измерениям. Он всегда находится с преданным в любой удобной для преданного форме, и в то же время остается недоступным для демонов, как бы они ни старались измерить его. Песен 3, глава 19, текст 25. Тогда демон принялся бить Господа своими железными кулаками, но Господь Адхокшаджа ударил его в основании уха, как некогда Индра, повелитель Марутов, ударил демона в ритру. Комментарий. Здесь Господа называют Адхокшаджа, имея в виду, что его невозможно измерить материальными мерками. Акшаджа – значит диапазон чувственного восприятия. А адхокшаджа – то, что нельзя воспринять или измерить с помощью материальных чувств. Песен 3, глава 19, текст 26. Хотя непобедимый Господь ударил демона как бы нехотя, от его удара демон несколько раз перевернулся в воздухе. Его глаза вылезли из орбит, руки и ноги были переломаны, волосы разметались, и он упал бездыханный, как могучее дерево, вырванное с корнем ураганным ветром. Комментарий. Чтобы расправиться с любым могущественным демоном, даже таким как Хираньякша, Господу достаточно доли секунды. Господь вполне мог давным-давно покончить с ним, но не торопился это делать, потому что хотел дать демону полностью проявить свои мистические способности. Необходимо понять, что ни мистические силы, ни прогресс науки, ни материальное могущество никому не помогут сравняться с верховной личностью Бога. Стоит ему подать знак, и все наши усилия пойдут прахом. Как видно из этого эпизода, непостижимое могущество Господа столь велико, что стоило ему захотеть, и он одним ударом убил демона, несмотря на все его демонические приемы и уловки. Песнь 3, глава 19, текст 27. Окружив поверженного демона, Аджа, Брахма и другие увидели его тело, распростертое на земле. Демон лежал, закусив губу, и из его пасти торчали устрашающие клыки. Мертвенная бледность еще не стерла румянец с его лица, и Брахма с восхищением произнес. Кому еще посчастливится встретить столь славную смерть? Комментарий. Хотя демон был уже мертв, его кожа не утратила своего изначального цвета. Это весьма примечательно, поскольку когда человек или животное умирает, по его телу сразу разливается мертвенная бледность. Оно теряет свой естественный цвет и начинает разлагаться. Однако в данном случае, несмотря на то, что Хираньякша был уже мертв, его тело сохранило свой первоначальный цвет, поскольку до него дотронулся сам Господь, высшая душа всего сущего. Тело сохраняет свой здоровый цвет только до тех пор, пока в нем находится душа. Хотя душа демона уже покинула тело, оно не потеряло своего цвета, так как его коснулся высший дух. Индивидуальная душа всегда отлична от верховной личности Бога. Тот, кто оставляя тело, имеет возможность созерцать верховную личность Бога, поистине родился под счастливой звездой. И потому такие личности, как Брахма и другие полубоги, восславили завидную кончину демона. Песнь 3, глава 19, текст 28. Брахма продолжал. Он был сражен передней ногой Господа, на которого, удаляясь в уединенные места, в мистическом трансе медитируют йоги, стремящиеся избавиться от иллюзорного материального тела. Лучший из сыновей Дити покинул этот бренный мир, созерцая его лик. Комментарий В этом стихе Шримад Бхагаватам дано исчерпывающее описание метода йоги. Здесь сказано, что конечная цель йогов и мистиков, занимающихся медитацией, избавиться от материального тела. Ради достижения этой цели они медитируют в уединенном месте, стремясь погрузиться в мистический транс. Йогой следует заниматься в уединенном месте, а не на людях и не на сцене, как это делают современные псевдо-йоги. Цель истинной йоги – освободиться от таков материального тела. Метод йоги не предназначен для того, чтобы сохранить тело здоровым и молодым. Ни одно из традиционных направлений йоги не одобряет этот рекламный вариант йоги. В данном стихе особо подчеркнуто слово «ям» на которого, указывающая на то, что объектом йогической медитации должна быть личность Бога. Даже когда человек сосредотачивает ум на Господе в образе вепря, он тоже занимается йогой. Бхагавадгита подтверждает, что тот, чей ум всегда сосредоточен на личности Бога в одной из его многочисленных форм, является йогом высшего класса. С помощью медитации на образ Господа такой йог легко достигает состояния транса. И если ему удастся сосредоточить свой ум на образе Господа в момент смерти, он навсегда избавляется от материального тела и переносится в Царство Бога. Господь даровал такую возможность демону Хираньякши, что привело в изумление Брахму и других полубогов. Иначе говоря, удара ноги Господа достаточно для того, чтобы даже демон достиг совершенства йоги. Песнь 3, глава 19, текст 29. Этих двух слуг Верховного Господа проклятие мудрецов обрекло на рождение в семьях демонов. После нескольких подобных рождений они вернутся на свои прежние места. Песнь 3, глава 19, текст 30. Обращаясь к Господу, полубоги сказали. О Господь, мы снова и снова припадаем к Твоим лотосным стопам. Ты владыка всех жертвоприношений. Чтобы сохранить вселенную, Ты принял образ вепря, олицетворение чистой благости. К счастью для нас, этот демон, который натворил столько бед во всех трех мирах, ныне убит тобой, и мы, о Господь, преданные Тебе, обрели покой у Твоих лотосных стоп. Комментарий. Материальным миром управляют три гуны ⁇ благость, страсть и невежество. Но в духовном мире царит чистая благость. Здесь сказано, что форма Господа состоит из чистой благости, следовательно Его форма нематериальна. В материальном мире чистой благости не существует. Бхагаватам называет уровень чистой благости сатвам вишутхам. Вишутхам значит чистый. Чистая благость не осквернена двумя низшими качествами страстью и невежеством. Следовательно, образ вепря, в котором пришел Господь, не принадлежит материальному миру. У Господа также есть много других форм, но ни одна из них не связана с гунами материальной природы. Все эти формы не отличны от формы Вишну, которая является владыкой всех жертвоприношений. Все рекомендованные в ведах жертвоприношения предназначены для удовлетворения Верховной Личности Бога. Только по своему невежеству люди стараются удовлетворить многочисленных представителей Бога, наделенных определенными полномочиями, забывая, что истинная цель жизни – удовлетворить Верховного Господа Вишну. Все жертвоприношения совершаются только для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу. Тех, кто знает об этом, называют полубогами, то есть существами, обладающими божественной природой, которые находятся практически на одном уровне с Богом. Поскольку живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа, его долг служить Господу. Все полубоги привязаны к личности Бога и чтобы доставить им удовольствие, Господь убил демона, принесшего миру столько бед. В состоянии чистого бытия живое существо имеет единственную цель – удовлетворять Господа. И все жертвоприношения, которые оно совершает ради достижения этой цели, называют сознанием Кришны. И в этом стихе ясно сказано, что развить в себе сознание Кришны можно, занимаясь преданным служением Верховной Личности Бога. Песнь 3, глава 19, текст 31. Шри Майтрея продолжал. Убив демона Хераньякшу, обладавшего небывалым могуществом, Верховный Господь Хари, прародитель племени Веприй, возвратился в свою обитель, где жизнь непрерывный праздник. Все полубоги во главе с Брахмой восславили Господа в своих молитвах. Комментарий. В этом стихе Господа называют прародителем племени вепрей. Как утверждает Веданта Сутра 1.1.2, абсолютная истина является источником и первопричиной всего сущего. Отсюда следует, что все 8 миллионов 400 тысяч форм жизни берут начало от Господа, которое для всех них является Ади – началом. В Бхагавадгите Арджуна называет Господа Адьям – изначальным, а в Брахма-самхите Господа называют Ади Пурушем изначальной личностью. Более того, в Бхагавадгите 10.8 сам Господь провозглашает сарвам правартате Все исходит от меня. В данном случае Господь принял образ вепря, чтобы убить демона Хиранекшу и поднять землю из глубин океана Гарбха. Так он стал ади Сукарой изначальным вепрем. В материальном мире вепря или свинью считают самыми презренными животными, но к Аде Сукаре Верховной Личности Бога, никто не относится как к обыкновенному вепрю. Даже Господь Брахма и другие полубоги прославили Господа вепря в своих молитвах. Данный стих подтверждает слова Бхагавадгиты, в которой говорится, что Господь не сходит из своей трансцендентной обители в материальный мир, чтобы уничтожить грешников и спасти преданных. Убив демона Хираньякшу, он выполнил свое обещание уничтожать демонов и оказывать покровительство полубогам во главе с Господом Брахмой. В этом стихе также упомянута обитель Господа, в которую он вернулся. Следовательно, у Господа есть своя трансцендентная планета. Являясь источником всех энергий, он пронизывает собой все сущее и в то же время никогда не покидает галоки Вриндаваны, подобно Солнцу, которое, находясь в определенной точке Вселенной, все ее пронизывает своим светом. Хотя у Господа есть своя обитель, в которой он живет, он является вездесущим. Имперсоналисты признают существование только всепроникающего аспекта Господа, но не могут понять того, что сам Господь вечно находится в своей трансцендентной обители, где он всегда поглощен своими трансцендентными играми. В этом стихе особо выделено слово Акханди Тотсавом. Утсова значит удовольствие. Этим словом называют любое празднество, устраиваемое для того, чтобы повеселиться и выразить свое счастье. Утсова, атмосфера полного всепоглощающего счастья, вечно царит на Вайкунтхалоках в обители Господа, которые поклоняются даже Брахма и другие полубоги, не говоря уже о менее значительных существах, таких как люди. Господь не сходит в этот мир из своей обители, Поэтому его называют аватарой, что значит «тот, кто не сходит». Иногда считают, что слово «аватара» относится к материальным воплощениям из плоти и крови, но на самом деле слово «аватара» указывает на того, кто не сходит из высшей обители. Обитель Господа находится неизмеримо выше материального неба, поэтому, когда Господь не сходит в материальный мир, его называют аватарой. Песнь 3, глава 19, текст 32. Майтрея продолжал О, ведура, я поведал тебе о том, как Господь, Личность Бога, пришел в этот мир в образе вепря и в великой битве убил демона, обладавшего неслыханной силой, словно тот был игрушкой в его руках. Я в точности пересказал тебе то, что услышал от своего духовного учителя. Комментарий. Здесь мудрец Майтрея говорит о том, что события, связанные с гибелью Хираньякши, которого убил верховный Господь, были описаны им с предельной точностью. Он ничего не выдумывал и не прибавлял от себя. Он просто пересказал то, что услышал от своего духовного учителя. Тем самым он признает систему парампоры, метод передачи трансцендентного знания по цепи ученической преемственности слова Ачарьи, то есть духовного наставника, не имеют никакой ценности, если не были услышаны им от истинного духовного учителя. В этом стихе говорится также, что несмотря на практически безграничное могущество, демон Херонякша был всего лишь игрушкой в руках Верховного Господа. Ребенку не нужно прилагать никаких усилий, чтобы сломать игрушку. Подобно этому, Господь с легкостью расправляется с любым демоном, даже если обыкновенному человеку, живущему в материальном мире, этот демон кажется непобедимым и очень могущественным. Господь способен уничтожить миллионы демонов с той же легкостью, с какой ребенок разбивает свои игрушки. Песнь 3, глава 19, текст 33. Шри Сута Госвами продолжал. Дорогой Брахман, рассказ об играх Верховной Личности Бога, услышанный им из авторитетного источника от мудреца Каушаравы Майтреи, принес великому преданному Господа к шатре Видури трансцендентное блаженство. Выслушав его, он остался очень довольным. Комментарий. Тот, кто хочет ощутить трансцендентное блаженство, слушая повествование об играх Господа, должен, как сказано в данном стихе, слушать их в изложении авторитета. Майтрея слушал их в пересказе истинного духовного учителя, а Видура, в свою очередь, внимал Майтрея. Просто передавая другому слова своего духовного учителя, человек сам становится авторитетом, и наоборот, тот, кто не имеет истинного духовного учителя, не может считаться авторитетом. Об этом ясно сказано в данном стихе. Тот, кто хочет испытать трансцендентное блаженство, должен обратиться к авторитету. В Бхагаватам также сказано, что с верой и вниманием, слушая то, что говорят авторитеты, человек может ощутить нектарный вкус игр Господа. Другого способа просто не существует. Поэтому Саната Нагасвами предупреждает нас о том, что слушать рассказы о личности Господа в изложении непреданных очень опасно. Непреданных иногда сравнивают со змеями. Молоко, к которому прикоснулась змея, становится ядовитым. И точно так же, когда чистые, словно молоко, повествования об играх Господа рассказывают непреданные, подобные змеям, эти повествования превращаются в яд. Они не только не приносят человеку трансцендентного блаженства, но и могут причинить большой вред. Желая предостеречь нас, Господь Читания также говорил, что мы не должны слушать рассказы об играх Господа в изложении Маеваде имперсоналистов. Он очень определенно сказал «Маеваде пхашья шунили хая наш. Тот, кто слушает, как Майвади объясняют игры Господа, а также их толкование Бхагавадгиты, Шримадбхагаватам или любого другого ведического писания – погибший человек. Общаясь с имперсоналистами, он лишает себя возможности постичь личностные аспекты Господа и его трансцендентные игры. Поскольку Сута Госвами обращался к мудрецам во главе с Шаунакой, в этом стихе он называет их «двиджа», что значит «дважды рожденные». Все мудрецы, собравшиеся в Неймишаране послушать Шримад Бхагаватам в пересказе Сута Госвами, были брахманами, однако быть просто брахманом еще недостаточно. Стать дважды рожденным еще не значит достичь совершенства. Чтобы достичь совершенства, необходимо слушать повествования об играх и деяниях Господа из авторитетного источника. Песен 3, глава 19, текст 34. Что говорить о слушании повествований, рассказывающих о Господе, чья грудь украшена знаком Ширивации? Если человек может испытать трансцендентное блаженство, даже слушая рассказы о деяниях его преданных, чья слава поистине неувидаема. Комментарий. Слово «бхагаватам» переводится как «игры Господа и его преданных». В «бхагаватам» собраны повествования о Господе Кришне и рассказы о его великих преданных – Прохладе, Дхруве и Махараджи Амбариши. И те, и другие повествования описывают верховную личность Бога, поскольку игры преданных всегда связаны с Господом. Так, например, Махабхарату, рассказывающие о жизни и деяниях пандавов, тоже причисляют к священным писаниям, потому что пандавы непосредственно общались с верховной личностью Бога. Песнь 3, глава 19, текст 35. Господь, личность Бога, спас от смерти царя слонов, когда тот, одолеваемый крокодилом, сосредоточил ум на лотосных стопах Господа. Сопровождавшие его слонихи стенали и плакали, но Господь спас их от грозившей им беды. Комментарий Здесь не случайно приведен пример со слоном, который попал в беду и был спасен Верховным Господом. Сута Госвами хочет сказать, что даже животное может приблизиться к личности Бога, если будет заниматься преданным служением. Но даже полубогу закрыт доступ к верховной личности, если он не является преданным. Песнь 3, глава 19, текст 36. Какая благодарная душа откажется с любовью и преданностью служить такому великому господину, как личность Бога? Чистым преданным, которые ищут только его покровительство, нетрудно угодить Господу. Но грешникам практически невозможно заслужить его благосклонность. Комментарий. Каждое живое существо, особенно если оно принадлежит к человеческому роду, должно быть благодарно Верховному Господу за все те блага, которые Он ему дарует. Поэтому каждый, кто чист сердцем и способен чувствовать благодарность, должен принять сознание Кришны и служить Господу с любовью и преданностью. Только закоренелые воры и мошенники не ценят того, что им даровал Верховный Господь, и не хотят заниматься преданным служением. Тот, кто не понимает, чем он обязан Господу, просто-напросто неблагодарный человек. Он пользуется светом солнца и луны и совершенно бесплатно берет у Господа воду, но при этом не испытывает благодарности и продолжает и дальше наслаждаться его дарами. Вот почему таких людей нельзя назвать иначе, как ворами и мошенниками. Песнь 3, глава 19, текст 37. О, брахманы, Каждый, кто с упоением слушает или пересказывает чудесные повествования о том, как Господь ради того, чтобы спасти мир, воплотился в образе вепре и убил демона Хираньякшу, в тот час искупает все свои грехи, даже если он повинен в грехе убийства Брахмана. Комментарий Поскольку Господь, Личность Бога, абсолютен, между Его играми и Им самим нет никакой разницы. Каждый, кто слушает повествование об играх Господа, непосредственно общается с Ним Самим, и такое общение с Господом освобождает человека от всех Его грехов. Ему прощается даже убийство Брахмана, которое считается самым тяжким грехом в материальном мире. Мы должны гореть желанием услышать повествование о деяниях личности Бога из авторитетного источника, каким является чистый преданный Господа. Понять эти повествования может любой, кто стремится к этому и признает величие Господа. Но философы и имперсоналисты не способны постичь смысл деяний Господа. Все его деяния они считают майей, и потому их называют маевади. По их мнению, все является майей, поэтому повествования о Господе предназначены не для них. Некоторые имперсоналисты не хотят иметь ничего общего со Шримад Бхагаватом. Но в последнее время многие из них стали проявлять интерес к Шримад Бхагаватам, видя в нем средства заработать деньги. Однако на самом деле они не верят в то, что написано в Шримад Бхагаватам. Более того, они описывают и истолковывают деяния Господа на свой лад. Вот почему нам не следует слушать толкование Маевади. Мы должны слушать Сутугасвами или Майтрею, которые представляют деяния Господа такими, как они есть. Только тогда мы сможем ощутить нектарную сладость игр Господа. В противном случае те же самые повествования о Господе для неискушенных слушателей будут подобны яду. Песнь 3, глава 19, текст 38. Это освященное повествование наделяет слушателей добродетелью, дарует им богатство, славу, долголетие и приносит исполнение всех желаний. На поле боя оно вселяет силы во все члены и жизненно важные органы войны. Тот, кто слушает его в последние мгновения жизни, дорогой Шунака, достигает высшей обители Господа. Комментарий Преданные обычно любят слушать рассказы об играх Господа, и даже если они не совершают суровых аскез и не занимаются медитацией, процесс внимательного слушания повествований об играх Господа сам по себе приносит им неисчислимые блага – богатство, славу, долголетие и исполнение всех желаний. Тот, кто постоянно слушает Шриман Бхагаватам, в котором собраны повествования об играх Господа, в конце жизни непременно достигнет его вечной трансцендентной обители. Таким образом, слушание истории из Шреман Бхагаватам приносит человеку все блага в этой жизни и высшее благо в следующей. Таков возвышенный результат преданного служения Господу. Преданное служение начинается с того, что человек начинает уделять время слушанию Шримад Бхагаватам из авторитетного источника. Господь Чайтани Махапрабху также говорил о пяти основных формах преданного служения. Служить преданным Господа, повторять мантру Хари Кришна, слушать Шримад Бхагаватам, поклоняться Божеству в храме и жить в одном из святых мест. Занимаясь этими пятью видами деятельности, человек может полностью освободиться от всех страданий материальной жизни. Так заканчивается комментарий Бактивиданты к 19 главе третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Смерть демона Хираньякши».